зовут Фатин Вячеслав. По образованию я горный инженер. Компания «Восточные Бельники» находится в Тульской области, Ленинский район, станция Бельники. Мы занимаемся производством щебня, известняковой крупки, реализацией керамзитовых глин. Технику кейс мы начали использовать с 2015 года. Мы арендовали фронтальный погрузчик. Он нас устроил по своим показателям. Это были высокие показатели по производительности и надежности техники. После эксплуатации арендованной техники мы решили приобрести в собственность аналогичную технику. Сейчас в нашем карьере работает экскаватор, погрузчик, бульдозер, грейдер фирмы Кейс. Меня зовут Лапин Валерий Викторович. Я работаю на погрузчиках более 20 лет. На этом погрузчике Кейс наработки уже более 1500 часов, потому что он работает круглосуточно. В кабине я провожу в день более 11 часов. Для меня главное в этом погрузчике удобство и комфорт. Я считаю, что погрузчик Кейс самый удобный и мощный погрузчик.